Разновидности йоркширских терьеров, какие бывают? Йоркширский терьер – собака, которую чаще всего заводят для содержания в городской квартире. Песики имеют небольшой размер, с легкостью поддаются воспитанию и дрессировке. Существуют разновидности йоркширских терьеров, отличающиеся окрасом, длиной шерсти, размерами и структурой. Стандарт породы. Первый стандарт породы был установлен в 1898 году, его дополнили в 2009 году. Действующий основной стандарт породы йоркширский терьер. Высота в холке 15-25 см, вес до 3,5 кг в зависимости от пола и разновидности. Породы. Небольшая голова, окрашенная в насыщенный золотисто-рыжий цвет. Короткая немного приплюснутая морда, плоский череп. Правильно. Посаженные карие глаза среднего размера. Черный нос. Внешний вид мини-йорка. Крепкие челюсти, вертикальное расположение зубов. Ножницей-образный прикус. Аккуратные треугольные стоячие уши. Прямая спина, крепкая поясница. Туловище, покрытое длинной прямо спадающей. Блестящей шерсти с шелковистой структурой темно-серебристого либо серебристо-серого оттенка. Отсутствие подшерстка. Хвост, имеющий более темный окрас, чем тело. Прямые параллельные конечности. Важно! Недобросовестные заводчики могут продать собаку с дефектами, нарушающими стандарт породы. К ним относятся выпуклые неправильно посаженные глаза, нехватка зубов либо их видоизменения, неправильный прикус, полустоячие уши. Слишком короткая либо длинная массивная шея, низко опущенный круп. Разновидности имеют допустимые только некоторые отличия. Основные виды и типы. Разные виды йорков имеют свои характерные особенности. Кому-то нравятся короткошерстные, гладкошерстные или жесткошерстные йоркширские терьеры крупных либо маленьких размеров. Существует 14 разновидностей этой породы. Ниже рассмотрено, какие бывают йорки. Отличие мини-йорков от стандарта породы. В первую очередь мини-йорки отличаются миниатюрным размером от стандарта породы. Их вес варьируется в пределах 1,5-2 кг. Маленький йорк считается хрупким, спокойным, ласковым и покладистым питомцем. Также разновидность относится к чистоплотным собакам, не имеющим сезонной леньки и не требующим много внимания хозяина. К сведению. Небольшой размер позволяет питомцу посещать различные мероприятия, вечеринки вместе со своим владельцем. Из-за этого мини-йорков прозвали карманными. Представители мини-йоркширских терьеров имеют такие дефекты, как незакрытый родничок и неправильный прикус. Особи женского пола не могут выносить и родить здоровых щенков из-за критической массы. Маленький питомец не должен оставаться один без присмотра на кровати либо диване. При падении он рискует получить травму. Не рекомендуется заводить мини-йорка семьям с детьми. При игре с животным ребенок может серьезно навредить ему. Для детей подойдут более крупные разновидности породы йорк. Супер-мини. Это еще одна разновидность карманных йорков. Вес супер-мини терьера доходит до 1,5 кг. Рост не превышает 20 см. Внешне они почти не отличаются от других представителей породы. Особенности. Средняя по размеру морда. Короткое упругое тело. Широко расставленные уши. Продолжительность жизни микро-йорка в среднем составляет 5-9 лет. Это намного меньше, чем у крупных йорков. Они живут 12-16 лет. Обратите внимание. Некоторые крохи страдают из-за нестабильной психики. Они непригодны для размножения. Их нельзя оставлять на сквозняке, одних или с детьми. Бэби-фейс йоркширский терьер. Данная собака обладает наиболее миловидной внешностью. Морда напоминает детское лицо. Отличительные особенности бэби-фейс йорка. Укороченная немного вздернутая морда.
низко посаженные треугольные уши. Округлая крупная голова. Большие выпуклые и широко расставленные глаза круглой формы. Подобный питомец страдает от раннего выпадения зубов. Собака восприимчива к конъюнктивиту. В этом виноваты большие глаза и суженный слезный канал. Из-за выпуклости глаза подвержены травмированию и засорению пылью. Животное храпит во время сна и издает непонятные звуки, когда бегает, но это не угрожает его жизни и самочувствию. Важно! Бэби-фейс может иметь стандартный либо маленький размер, как у представителей мини- либо супер-мини-йоркширских терьеров. Русская салонная. Это йорк с длинной шерстью, который отличается более крупным размером, пшеничным либо коньячным окрасом. На ощупь его шерсть намного жестче, чем у остальных. Ее придется постоянно расчесывать с применением специальных средств. На лапах, хвосте, ушах могут быть черные и белые пятна. У густой шерсти есть подшерсток. Другие особенности. Вес 1,8-3,5 кг. Высота в холке 18-28 см. Хорошо развитая грудная клетка. Ярко выраженная холка. Важно! Второе название разновидности – русалка. Она сочетает в себе экстерьер йоркширского терьера, пекиниса и рыжего длинношерстного той-терьера. Русская салонная после стрижки. Биро-йорки и шако-йорки. В отличие от остальных, у биро-йорка полностью отсутствует темная шерсть. Он имеет трехцветный окрас, состоящий из шоколадного, белого и золотистого оттенка. Особенности вида. Вес 3,1 кг. Рост 22 см. Высоко посаженный хвост. Маленькая голова с короткой мордой. Компактный корпус. Шако-йорк – это редко встречающийся вид породы. Этот короткошерстный йорк полностью окрашен в шоколадный цвет. Окрас равномерно распределен по всему телу. Он может быть молочно-шоколадного или насыщенного темно-шоколадного оттенка. Животное также отличается средней по размеру мордой, ореховыми глазами, прямым, длинным корпусом, мягкой структурой и длинным хвостом. Бивер-йорк – описание породы. Бивер-йорк – еще одна нестандартная разновидность. Окрас головы бивера сочетает в себе золотой, белый и черный цвета. Корпус животного окрашен в черно-белый тон. Другие отличительные черты. Рост 22 см. Вес 2-3,5 кг. Приплюснутая морда средней длины. Подвижная шея. Плоская небольшая голова. Обратите внимание. Этой собаке не свойственна агрессивность. Этот большой йорк любит заботу, внимание, легко поддается дрессировке. Метисы. Метисами являются щенки, появившиеся после скрещивания два чистокровных собак различных пород либо дворняги и породистого пса. С йоркширскими терьерами скрещивают. Пекинесов. Шпицев. Чихуахуа. Мальтийских болонок. Туи-терьеров, ШТЦУ, чорки, метисы, полученные в результате вязки йорка и чихуахуа. Их вес может достигать 1,5-4 кг в зависимости от массы тел родителей. За цвет шерсти отвечают гены чихуахуа. Марки или арктизы появляются после скрещивания йорков и мальтийских болонок. Для разведения шорков берут ШТЦУ и йорка. А для торки, той терьера и йорка. Метисы, полученные после вязки йорка и пекиниса, называются йоркинисы. Внешние виды чорки йорка. Порода собак, похожая на йоркширского терьера. Австралийский шелковистый терьер, или силки терьер, это собака, похожая на йорка. Ее вес варьируется в пределах 3,6-4,5 кг. Рост составляет 23 см, шерсть имеет палево-голубой цвет. Силки терьера считаются умными, преданными, бесстрашными. Они ладят с другими питомцами и детьми, способны с легкостью выполнять команды хозяина.
Как бы там ни было, только стандартные виды йоркширских терьеров подходят для выставок и соревнований. Другие необычные разновидности могут стать преданными компаньонами и без участия в подобных мероприятиях. Главное – окружить его любовью и заботой.